По легенде учений, на объекте топливно-энергетического комплекса произошел взрыв. Установлено, что к этому причастна террористическая группа, проникшая на территорию республики из другого региона. Оперативным штабом принято решение о проведении контртеррористической операции, направленной на пресечение деятельности преступников. В ходе реализации комплекса учебных мероприятий по розыску лиц, причастных к террористическому акту, правоохранительными органами в Прянежском районе была обнаружена в лесу замаскированная база. В результате слаженных действий сотрудников спецподразделений силовых структур условные преступники были задержаны. По итогам учения руководство оперативного штаба положительно оценила действия подразделений, особо отмечен профессионализм сотрудников спецподразделений в процессе поиска условных террористов. Результатом проведенных мероприятий стала выработка решений по дальнейшему совершенствованию антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, а также повышению уровня взаимодействия органов власти.